Я тут вышел, понимаешь, а тут Филимон, какой ты, что ты машешь, что ты лапами машешь, Филя, ух ты, какой реактивный. Активный. Хвост чей? Чей хвост? Ай. Ух ты, какая морда. Мы тебя кормим. А ты лапами. Ай. Ой, когти какие мелкие такие. Острые. Оп, куда собрался ты, ну-ка, сюда посмотри, Филимон, свалился, вот еще один хулиган ходит, коляску катает, Дети. Так что, друзья, кому нужно активного котика, у нас есть два штуки. Филимоша и Саржик. Филимоша покрупнее, Саржик побыстрее. Там где-то вон мать на улице их орёт. Отморозила, наверное, вся. Хотя вчера было тепло. После продолжительных дождей. Вроде бы хороший был денек вчера. Сегодня посмотрим, какая будет погода. Так, ладно, балбесы. Надо дела делать. Итак, друзья, рассказываю, показываю все по порядку. Вы видите с правой стороны основу, фундамент под баню-бочку. Здесь станет как раз 4 полоски, станет здесь стоечка по бочке. Здесь у нас, видим, мы уже готов навес, мангальная зона. В данном случае брус, доска-сороковочка. Это все было у меня свое. Профтруба, круглая труба тоже была своя, от теплицы осталась. Получается, верх у нас профтруба 60 на 60 и обрешетка под железо. Железо тоже было свое. Поэтому минимализировал все. Мне нравится, получилось. Пол покрыл отработочкой, впитывается все. Уже, в принципе, день-два можно будет устанавливать. Все переносить сюда. Что касается участка. Без теплицы, видите сами, совсем другой вид. Вот. Простор. Дышится легко. Ну и в целом все готово к планированию, к дизайну участка. Как вам такой на чили? Мне нравится. Получилось неплохо. Уютненько, функционально. В общем, классно.
зацените.